Всем огромный привет, ребят! Сегодня мы с вами будем играть в Roblox, но я буду не один, а с Викой. Вик, привет! Сегодня мы будем играть в Roblox, да? Да, да, давненько не было Roblox, я решил его сделать. Сейчас буду читать чатик. А, и у меня для вас сюрприз. Сюрприз. Сейчас все расскажу, все новости. Вика, можешь пока идти, проходите, если хочешь, потому что я сейчас тут буду трендить 3 часа. Так, Леди Миллер, hello. Дашка, приветик. Ну, Викториола, это Викториола. Так, Носочек, хай бич, бич. Илья Харт, привет. Вот так вот. И сейчас я объясню, почему у меня с вебкой. Ребят, теперь вебка на моем канале, вебка будет намного чаще. Сейчас объясню, по какой причине. По той причине того, то, что я наконец-то себе купил новую лампу. Ну, я ее не смогу показать, но она тут стоит для освещения. Вот. Потому что моя старая лампа поломалась, и я купил новую наконец-то. И вот она тут стоит и светит на меня, и все шикарно. И освещает, вот. И смотрите, что я купил, сейчас покажу еще. И? Как... Прикольно? Еще повесить можно. Ага. А ты, Вика, это ты на стриме, что ли? А, ну все. Папка метро, привет. Вебку купи... Ой, вебку купил? Не, вебку я не купил. Нет, вебку я не купил. Спасибо. Это что? Это светильник, камин. Вы видите мой экран. Да, 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 да. Спасибо. Спасибо. Так, поехали. Начинаем мы всегда с вами. Всегда стрим по Роблоксу мы с вами начинаем с Tower of Hell. Всегда. Всегда, всегда, всегда. Вика там уже куда-то пошла проходить. Я не знаю, где она. Сейчас будем ее догонять. Куда тут? Сюда пошли. Вот, вот. Сегодня будем играть в Roblox с Викой, с Викой. Ссылочка на Викин канал в описании, если что. Кому интересно. Так, не буду рисковать. Потихонечку проходим, помаленечку. Нет! Ну ладно, я недалеко упал. Я надеюсь, вообще нас слышно. По идее, должно быть. Ох, нау. Я был на вот в том, как сказать, чельном, типа... Который ниже красного. А. Ребятушки. Нет, Илья, я сегодня один. Ну, с Викой.
Слышно? Ну все отлично. Илья, к сожалению, я сегодня только с Викой, и ты можешь просто, вы смотрите, как вы можете попытать свою удачу, вы можете попытать свою удачу и просто попробовать зайти, и все. Вику тоже слышно? Отлично. Просто можете попытать удачу и зайти, а так я с Викой. Сейчас, короче, такая там на фиолетовом прыгнула, и каким-то образом я там как-то в палке застряла и просто упала. Пошли. Ну и вот и что, и как я это должен нафиг проходить вам? Ух. Да ну нет, ну, эти палки тупые. О, кто-то щит купил. А зачем? Ну ладно. Только нубяры со щитом играют, а мы с Викой профессионалы. Мы вот без щита. Да, да, только нубяры. Че? Только непрофессионалы играют со щитом. Самые настоящие. И что, и куда дальше? Вы что думаете, я допрыгну? А, допрыгну. А долго я вот это буду проходить вообще? Фигню. Она что, настолько долгая? Так, я на красном номер ван. Ой, номер... Да нет! Какой дурак. Я теперь вообще ничего не вижу. Как я теперь должен проходить вот все? Все, ребята, пока всем. Стрим закончился. Но как кто я... это все покупает, боже мой. Да они все вообще купили. Что только можно. Как я это должен вообще проходить? Боже мой. Я вообще не знаю, куда идти. Я ничего не вижу. Приветик, пупсик. Пойдем тут. Надо как-то очень быстро. А там как? А тут было намного легче просто. Да? Да, там можно было просто пропрыгать и все. Ну ладно, я здесь. Ой-ой-ой. Давай быстрее. Нет! Ну все, тогда я делаю, окей? Угу. Рая прошла. Я был на последнем. Я был на последнем. Бывает, чё? Не понимаю людей, которые покупают всякие минусы. Да я ж пошутил, Илья. Я ж пошутил. Да блин. Тут вот это еще обновление сделали, когда... Несколько этих этажей в самом начале. Вообще дебильно. Дебильно. Ну а в чем прикол? Вообще же неудобно. По дизайну это, конечно, красиво, но, блин. Удобно или нет? У меня нос чешется. Все, уже не чешется. Я что-то, походу, заболел, знаете ли. Но нет, такое нельзя. Сейчас. Ага. Илья бегает по серверам, нас ищет с тобой, Вик. Oh, no.
Ну, только так или я, потому что вот я... Посмотри, посмотри на конец тавера. Чё? Ну, вот эту полоску. Я, так я смотрю, и я вот и говорю, чё? О, знаешь, мне Илья пишет, то, что у него всё растаяло, у него плюс 12. Мой дорогой, у нас вчера плюс 17 было. Ну, а как я это должен был пройти? Подпрыгнуть, наверное. А, чё я пошёл-то? У нас вчера было плюс 17. Мы там вообще без курток были. На улице. Лето, лето было. Поэтому вчера и не было стрима, я просто гулял весь день. А потом я устал и лег спать. Вот и все. А так бы я, конечно, бы сделал стрим. У Ильи вчера было плюс 21. Я вообще не знаю. Где он там живет? Что у него плюс 21? Ну, тетка, иди, ну что ты встала? Ужас, 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 ужас. Меня бесит эта карта. А, я в самое вообще начало упал, да, получается? Мне что-то эта карта подбешивает, подбешивает. Я не понял, ты пишешь хоть бы завтра плюс 30, у тебя завтра плюс 30 или ты просто хочешь плюс 30 и ты там плюс 30 у него. Ну, кстати, уже понятно, вообще говорят то, что в этом году будет летом жаркое, потому что в прошлом оно было нифига не жаркое, там даже в Москве было все холодно, причем очень холодно, поэтому. И это я вот до этой фигни должен допрыгнуть. А, ну я допрыгнул, нормально. Ух. Мне страшно. 11, нормально. Так, а если я не ошибаюсь, ну-ка. Я сейчас загуглю. Что у вас там? Да ну блин. Нифига у вас холодрыга. Нифига, нифига. Ну, если я не ошибаюсь, может, это твой город? Илья, может, это не твой город, конечно. Ты, по-моему, говорил в каком-то городе. Фига, у вас холодно сегодня, но если это твой город. Фига, у вас сегодня холодно. Но если это, опять же, твой. Я просто не помню, какой у тебя. Ты что-то говорил, но... Так. А, хочешь плюс 30? Ну давай, потому что, чтобы было все честно, Илья. Чтобы было все честно. Поэтому и удалил. Чтобы было все честно. А то мало ли не честно. Ой, 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 ой. Фига себе. Я прям под эту засунула. Под эту площадку.
Еще у меня такая вот есть штучка, из которой я могу пить водичку. Ага, нормально. Опа, вот сюда прыгнем. Хопа-хопа-хопа. И вот так. Блин, нет, плохое место я выбрал все-таки. Вот сюда надо. Оп. Оп. Господи. Не заметил то, что там из-под голубой фигни вылазит какая-то фигня. Оп. И вот так, вот так, вот так, ребят. Вот так. Блин. Можно другое. Не, ну в принципе мы раз прошли. Это же всегда так, раз проходим и дальше идем. Ну да, я прошла. Ну. Можно пойти в фишинг. Где? Вот он. Я захожу в фишинг. Я понял. Короче, блин, я не то прочитал. Илья пишет, ай, ты меня прям в лоб ударил. Я просто вот так сделал эту вебку, вот так. А я прочитал, что, типа, удалил из LR. Я не то прочитал. Я прочитал, типа, удалил из друзей. Я, да, Илья, если что, я тебя удалил из друзей на время, чтобы было честно. Я подумал, то, что опять это сердечко, потому что оно все загораживает. Чатик весь. Дурацкое это сердечко справа. Так, я тут. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Сейчас. Все, поехали. Играть нажимаю. Я больше принять не смогу. Что ты не сможешь принять? Что ты не сможешь принять? А, у тебя переполнены друзья? Вик, а какая там максималка? Там есть максималка, да? По-моему, 200. А потому что там у Вики 100 с чем-то. Так, мне надо подкопить золото, потому что я потратил около 30 тысяч на прокачку этих удочек и крючков и тому подобное. Так, карта, карта, вот карта. Вулканический остров был, остров теней был. Мне вот сюда надо. Да, 200, Вик, максималка, 200. 200 максимум. Двадцать пятый уровень у меня. На-на. Делаем 26 сегодня. В принципе, это не так уж тяжело. Так, а на тридцатке, да, что-то там открывается, по-моему, 30. Вот, древнее побережье открывается на 30-м этом уровне. Вот, делаем 30-й, значит. Я пошла трубачить. А ты прям с начальной карты? Нет. А куда это пошла? Диего пишет, не поняла. Что ты не поняла? Походу, какая-то новая рыбка. Диего, что там? Где No More Room in Hell? Так я не обещал No More Room in Hell. Я сказал то, что возможно. На секундочку, не надо мне тут. Вот это вот.
мои модеры гонят на меня. Я на прошлом стриме по Блиц сказал то, что может быть, но это не точно. Потом в нее играть будем, да, ну. Не знаю, когда я в нее буду играть. Я что-то вообще не горю желанием в нее играть. Она у меня установлена, но я пока в нее не иду. Не знаю почему, что-то у меня какие-то сомнения есть. Диего понял меня, все, спасибо. Я постараюсь ее сделать завтра. Что тебя два? В смысле два? Че? О, слушайте, это что такое? Какая-то лодка? Какая-то лодка. Она тут не всегда была. А, нет, всегда. Так, надо подплыть. Надо подплыть немножко поближе. Отлично. Ну, ну, блин. Ребят, ну вы же все поняли, ну. Че вы фигню это говорите? Вы же все сами поняли. Кстати, Диего, ты говорил по поводу вебки, да? И кто-то там еще говорил по поводу вебки. Короче, сейчас вебка будет намного чаще, потому что я купил себе, заменил, так скажем, лампу, потому что моя старая лампа, штатив. А, вот. То есть, да, да, она у меня сломалась, и я купил новую. Доход модер, хоть модеры, хоть модерша. Чё? Что? Ничего не понял. Нормально, да? Меня видно, если я вот так делаю? Видно. А, модераторша. Диего теперь модераторша. Мне уже скоро будет 27 уровень. Вика сейчас делает 27 уровень. Мне тут осталось 800 опыта. Зовите меня Диегочка. Хорошо, Диегочка. Там что-то у Ильи случилось. По-моему, вообще со стрима вылетел. В Дорс добавили супер хард мод, я уже знаю. Я сегодня узнал. Я сегодня узнал от Вики и от стримерши, которая стримит Роблокс очень часто. Я сначала не понял, потом спросил у Вики, она сказала то, что в Дорс новое обновление. Я-то просто в Roblox не так часто играю, на самом деле. Захожу, но не прям часто. Очень часто играю вот в фишинг в Roblox, а в Дорс я поэтому, как бы, видите, не очень часто захожу. Поэтому... Да, я буду играть в Дорс сегодня. С Викой мы пойдем. После фишинга мы... Фишинга мы пойдем... Мы... После фишинга мы пойдем в Дорс.
Попробуем новый режим. Да? В новый режим попробуем? Ну, может быть. Он там бесплатный, да? Наверное, не помню. Диего пишет, добавь меня в друзья куда? В Роблоксе? Я в Роблоксе никого не добавляю. Я вообще в других... Я нигде никого не добавляю, кроме Блица. Диего, я не добавляю. Я только в Блице добавляю максимум. Есть одна игра, танки Блиц, и только я там добавляю. Это единственная игра. Вы видите? Видите, да? Да? Скример на весь экран? Какой скример? Какой скример? Ты в Дорс играешь, что ли? Так, ага. Угу. Ну, слушайте, тут такая рыбка средней паршивости. Ну, такое, знаете, пойдемте-ка в другое место. Тут надо что-то другое найти. Я уверен, тут есть. Вкусная вода, да, она очень вкусная. Она очень вкусная. А что это такое вообще? Я первый раз такое вижу. Ой. Я первый раз это вижу, что это вообще. Так, тут ничего нельзя ловить, да? О! Сундук, сундук. Пойдемте-ка. С сундуком. Сейчас надо. Так сделать. О, еще сундук. Да тут прям одни сундуки, слушайте. Я ищу сундуки и рыбу ловлю. О, у меня 27 уровень, ура. Все, у Вики 27 уровень, а где ты вообще? А, ты на вулканическом. Ты на вулканическом. А я вот на каких-то камушках подальше от теней. Ой, от теней говорю. Подальше от монстров вот этих. Я не помню, как там точно название. Бухта монстров? Да вот, от бухты монстров, да. Подальше. Там камни есть одни. А тут вот. Еще попить. Так, я пошла продавать рыбу. Мне уже 26. Я могу, конечно, еще больше пробачить, но не. Хочу уже продать. У меня 30-30 из 60. Ты что было? За все это я тут получаю 1000. Как много, да? Не, я хочу сделать, по крайней мере, 26 уровень. Мне надо еще 6000. Я к тебе поехала. Угу. Была. Да, я хочу поплыть. Диего пошел вырывать процессор из компов. Понятно. Пока.
Ай-яй-яй. Чуть за рыба. Фиг пойми, чем занимаются. Сейчас, ребят, секунду. Ё-моё, там кит. Так, я тут, я тут. Вижу, там кит. Вика увидела какого-то кита. Я да, видел максимум касаток. Максимум касаток видел. Нет, тут есть рыбка, конечно. Тут, конечно, есть рыбка, но она вот такая... Ну, во, кстати. Диего, не воруй, пожалуйста, с компа Илья. Илья. Где? Я плыву. А, вижу. Я смешно. Почему я смешно улыбаюсь? Боже, нет акулы. Надо. Акула, отстань. Боже. Где я? Нифига. Слушай, тут вообще... Блин, все, раздача закончилась. Блин. Ну все, вот этот круг пропал с конфетами. Круг с конфетами. Ну все. Раздача окончена. Ну вот-вот, сейчас вот это пойдет. Смешно и миленько. Да все, я понял, я обиделся. Вот я и говорю, сейчас идет либо фигня. Была лучше. Просто сейчас идет обычная рыба, которая... Ну, которая обычная. Потому что раньше была лучше. С камином? Вам нравится, как я сижу с камином? Сейчас, давайте. Буду сидеть с камином. Ну, я говорю, тут все, тут раздача окончена. Хороших рыб. Сейчас идет фигня. То есть они вообще идут редкие. Самые обычные рыбы. Ну вот бывают быстрые, но они обыкновенные. О, не, вот это вот нифига себе. Вот такое еще не было. Ну, редко попадаются. Редко, конечно. Короче, мне сейчас нравится, как я тут все так сделал. Я теперь чатик читаю не снизу, вот так вот я сижу. Вот так вот. Вот так вот, чатик там у меня на полу где-то. А теперь он на штативе. Телефон на штативе. Лампа есть, все есть, наконец-то. И сейчас вот будет намного лучше. Палец стал сердечки нажимать.
Рыба негр? Почему негр? Почему? Почему? Это... Почему так? Она просто черненькая. И все. Не, совсем немного... Ого! Выпала рыба, но редкости другой. Осталось 1000. У меня 10 000. Надо 11. Да ну... Что это за баги? Я почему-то, когда к тебе, блин, приплываю, мне там резко, когда я выхожу, и мне касается какая-нибудь акула, я тупахаюсь просто на самом начале акула карты. А у меня рыба закончилась. Ой, у меня место закончилось для... Боже, лодка. Часик на полу, на полу. Короче. Это что? Это что? А как мне сейчас отсюда уехать? Там просто кит всех убивает. Я говорю. И что мне сейчас сделать? Не, у меня, конечно, садок... Ну, у меня полный инвентарь, все, 60 рыб максимум у меня. Но... Короче, я в обход. Еще перезайду. Угу, давай. Фига себе. Тут просто кит всех убивает. Я первый раз видел реально кита, потому что обычно я только касаток видел, которые ничего так убивают. Там бабайка, да точно вообще. Нифига себе. Ну она что-то сейчас все, он ушел куда-то. Его сейчас нет. Он куда-то ушел. По крайней мере. Экно появился? Кит? Или ты? Смотря кто эффектно. Ну я офигел. Ты у меня что-то не играешь у меня. Реально? Сейчас вообще перезайду. Давай. Фикс, привет. Можно со мной? Нет, я сегодня играю только с Викой, и в Роблоксе я, в принципе, не добавляю в друзья никого. Бывают стримы с подписчиками, но не так часто. Сейчас пока с Викой только. Эх. Короче, ты почему-то теперь не играешь. Ну, сейчас я рыбу продам тогда и перезайду сам. Вик, заходи в Дурс тогда пока что. Жди меня там, я сейчас рыбу продам. И мне надо еще... Так, этих... 600. 600 еще надо. 600 опыта. Сейчас я тут это... О, 6000 у меня плюс. Нормально. Всё, сейчас я тут с этого... Сразу с пирса. Бац, бац, бац. Просто рыбку какую-нибудь такую легенькую. Ну вот, 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 вот. Жесткий. Да, ну вот я и говорю. Все, идем. Советую поиграть в Blocks Fruits. Посмотрим. Просто у нас с Викой запланировано уже все было, и не знаю, как бы зайдем, не зайдем. Еее, у меня 26 уровень. Все, пошлите продавать рыбу и в Дорс. К Вике бежим. Так, конечно, конечно, продать все, продаем. 26 уровень мы сделали и бежим к Вике в Дорс. А ты у меня играешь? Все нормально? Фрутс?
Да. Поздравляю с 26-м левелом. Спасибо, спасибо. Илья, не сейчас, пожалуйста, нет. Сейчас я играю с Викой и... ничего другого. Кстати, поздравьте Вику, она купила за робуксы. Ага, это она... нет, она, это было в 3008, все нормально, пойдем. Нет, Илья, я в Дорс играю с Викой, и вообще, в принципе, сегодня я играю только с Викой. Ребята, я ни с кем не играю, я вообще не играю с подписчиками, в принципе. Илья пишет то, что он зайдет к нам на приват. Он сможет, да? Знаю. Посмотрим. Наверное, нет. У тебя купила тоже так? Зажигалку. А у меня нет. Давай, я подавился. Ребят, вы вообще вот, ну вот, вот, вот так, блин. Поймите. Тематические стримы и тому подобное. Это вот вопрос дебильный. Я играю в танки. На танке Т-62А. Мне в чате пишут. Иди играй на СТБ-1. Дебилы, ну реально, что ли. И тут то же самое. Ну чё, непонятно. Ну с Викой и с Викой всё. Он нашел наш приват, Вик. Мы ну все вот... равно уже играем. Угу, мы все равно уже играем. Илья, ну короче, как зайдешь, так и поговорим. Ага. А мы выйдем. Понимаете, все должно быть честно. Вы понимаете то, что это логика? Я нифига не вижу. Понимаете, это логика. Вот Илья хочет, чтобы я его добавил в друзья и поиграл с ним. Я с ним поиграю. Кто-то захочет другой. Я с ним уже не поиграю. Тот обидится, а Илья будет радоваться. Да ты не зашел нифига. Пишешь, что зашел, ты не зашел, тебя нет. В игре. А, ты можешь быть в этом, в лобби. Ну, мне пофиг. Вика, это твой приват, да? Твой. Это мой? Мой сервер? Да. А я что, когда-то создавал свой сервер? Да. А, мы создавали, потому что я ключ нашел. Мы создавали, потому что не было этого места для игры вдвоем. Я знаю, Илья, что в игре не показывает. Это мой приват. Нормально. Ты там посмотрел, да? Ты везде. 13. Ну это нечестно. Опа. Ребят, это нечестно. Прячемся. Да, я зашел. Дима 77к, привет. Вы не можете понять, потому что это нечестно. Вообще ничего не можете. Вообще никогда ничего не можете понять. Вам сколько толдычишь, вам на все насрать. Я знаю, я уже вижу. Где они? Все, они прошли. Кто псыкнул? Я слышу, как он псыкнул. А ты прячешься, что ли? Нет? А, это дверь. Я подумал, ты спряталась. Боже, тут шкаф упал. А. Блин, опять он псыкает. Ах ты.
почему ты в 15-й комнате? А в какой я должен быть? В смысле, в 15-й комнате? А, ты открыла? Почему я зашел в 15-ю комнату? Ну, а в какую я должен был открыть? Ой, зайти. Блин. Вот, прятаемся. Прятаемся, прятаемся. Я сюда. Как зайти ко мне? Никак. Никак ко мне не зайти. Уже все. Да и в... 27. Да и в принципе ко мне никак не зайти. Это вот Илья что-то натворил и зашел. Но он не показывает, я знаю, да, тут нет смысла. Вик, там на 29-й, да, черная фигня? Или на 39-й. Я что-то сам ничего не помню. Мы зашли в 27-ю, если что. Я нашла ключ. Мы в 27-ю зашли. А, ребята, если что, подсказывайте в чате, в какую мы дверь заходим, потому что мы можем это, потеряться, потеряться. Вы можете подсказывать. 30-е, там. Вертеться во все стороны. Куда нам надо? Стоп, Дима, я не играю. В 28-ю. Дим, я не играю не со своими подписчиками. Это почему-то Илья, видишь, нарушает правила. Ты открыла? Мы были в 20... Вот туда, Вик. Ой, в 28-ю пошли. Оксана пишет, Дорс Изи, кто прошел? А, это 30, в 29-ю, значит. Подойдите к двери, если будет рычание, то там дюб. Вик, заходи. У нас 29-я. Ты слышишь звук? Я что-то слышу. Что, таблетки? Мне надо. О, шли. Ой. Нашла? Угу. Пошлите. Пошлите. Тридцать первая. Здесь вторая. Мы прячемся. Прячемся. Сейчас, подожди. Забейте на Оксану, у меня Акс маминого. А, все понял. Не, ну видишь, я просто не знаю, если что. Я ничего не вижу. А, все вижу, вижу. Стучит. 34, 35. Ой, глазики. Да-да-да. Сейчас, наверное, будет жесткий, нет? Сейчас будет жесткий. Блин. Ага-ага, я не смотрю. Сейчас открою. Привет, я тебя смотрю всегда. Чел играет, привет. Бульмешка, здравствуй, здравствуй. Пошли. А, ты открыла? Угу. Вот сейчас будет. Да-да-да-да-да. Кому попадался крест на 0000 комнате?
Не знаю. Ребята, я сейчас чат не буду смотреть. Такая музыка энергичная. Прошел. Ну вся налин зашкаливает, зашкаливает. Так, сейчас вы там мне понаписали. Ой-ой, а чё вас так много? Подождите, стоп, ничего не пишите. Я все вижу, сейчас я все прочитаю, подождите. Так, в подвале можно спрятаться от Раша. Это Дорс? Да, Бульмешка, это Дорс. Через решетку он не убивает. Кто не убивает? Мистер... Данил или Даниил, здравствуй. Ты во что-то другое играешь в Роблоксе? Играю, играю. Брат, ты топ, спасибо огромное. Спасибо огромное. Какая у нас там была дверь? А ты с шифтом бежал? Я бежал без шифта. Ну как с шифтом? Шифт это присесть. Тут бега нет. Какая была дверь? А фиг знает. Какая дверь была? Какая дверь была? Кто помнит? Через решетку не убивают глаза. А. Стрим только по Дорсу? Нет, мы играли до этого в Tower of Hell и в рыбалку. Сейчас играем в Дорс. Сейчас играем в Дорс. Ребят, какой это? Бас? Дофига! Крутой стрим, спасибо огромное. Какая дверь была, кто помнит? Отмотайте назад. Там. Да, я с шифтом бежал. А где твой прошлый аккаунт? 48-я вроде бы. По моему совету, подойдите к стене у двери и слушайте рычание. Так нас... Она сразу откроется. Кто-то пишет 48-я. После Дорса попробуешь поиграть в Car Dealership Tycoon. Дверь 32-я была? Что? Нет. Там у нас уже 40-е были. Тут есть выбор. Либо 47-я, либо 48-я. Да. Ой, блин. 46. А, вообще 46-я получается. У нас вообще 45-я должна была быть. Ребятушки, кому не тяжело, пожалуйста, подпишитесь на каналчик и прожмите лайкос. Вы меня очень сильно поддержите. Ты жив? Попробуешь? Ну да, постараюсь. Просто смотри, у нас с Викой было уже все запланировано, в какие игры играть. Но я попробую, хорошо. Посмотрим. Смотрим. Так, какая дверь-то была? Пошли в шип. У тебя фул хп? У тебя полные? 46 нет. Пишут. Пошлите в 46, короче. О, спасибо, чел играет. Сделал? Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Опять псыкает, блин, он. Псыкает где-то. Где ты псыкаешь? О боже. А чё ты легла? Этот, скрип. Я просто поворачиваюсь, ты лежишь. Подписался и лайкос прожал. Спасибо огромное. 46-й, а мне уже сказали. Нет. Вика. Ты все? Все что ли? Да. Давайте я это пойду немножко еще. До 50-й дойду. С этим вот этим. Че оно не открывается-то? С
вот этим челом поиграюсь. Легенда. Кто легенда? Я легенда. Да-да-да, вот сейчас вот это вот будет. Угу. Вот это вот. Сиреноголовый. Пацаны, сейчас это будем. Это можно называть его еще ночью. 3 часа ночи. А, нет! Пошел нафиг, пошел нафиг, пошел нафиг. Пошел нафиг. Ай, там была, блин, эта какашка. Ух ты. Нет. Пошел вон. Пошел вон, 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 пошел. Уходи, дверь закрой. А, клац! И я все просрал. Я просто не понял. Иди на шепте, да я уже сдох всем. Я просто уже, видите, не буду это стараться играть. Вика умерла, что еще надо? Тебе надо было контролировать свое дыхание. Да, я и без вас знаю. Ребят, спасибо за подписочки. Спасибо за подписочки. Да, я тоже уже хочу. Давай в лобби, выйди в лобби, мы глянем кое-что. В шкаф, да какой в шкаф? Даша пришла, Вика. Прикинь, что? Вы в Дорс играете? Да, мы играем в Дорс. Даша пришла. Обалдеть. Да что ты, блин. И где Илья? Илья, тебя нет. Ты вообще где? Чё, наврал, да? Да, мы играем в Дорс. Надо было на шифте. Я за, а я уже прошел The Hunt. Какой у меня ник? Один из... я играю один, ребят. Даша была в торговом центре. Ребят, я играю один, поэтому ник не нужен. Так, мы поиграли в это, в это, в это. Пошли в зомби-атаку, нет? Вы чё? Пошли. Let's go. Последней игрой мы попробуем... Так, пошли в трудно, в трудно, в трудно. Последней игрой мы это... Будем... Там какую-то игру нам предлагали. Я купила Ростика и за сертификат потратила на картину по номерам и вкусняшки. Это Даша писала. Илья уже ушел, понятно. Кислые полоски она купила. Я вообще не ожидал, что она придет. Я тоже. Не, ну просто эта женщина не заходила миллиард лет на мой канал. Ник поменять. А Илья против меня сегодня, видимо, да, Илья? Ты сегодня против меня, значит? Ты сегодня против меня? Ребят, вы можете делать с моим ником что хотите. Я сегодня никого не буду добавлять в друзья и ни с кем играть. Я сегодня играю только с Викой. На другом стримчике может быть, но на этом точно нет. Это какой-то... Вы чё вообще? Издеваетесь надо мной? У меня не громко. А где моя фигня? О, возле. Подожди, Вика, а хомяк 3000 это и есть Даша? У меня вопрос. А Вик, ты не знаешь? Ну просто какой-то пришел хомяк 3000 пишет все, что все. Это может Даша реально? Даша писала то, что она хочет сменить ник на Ютубе, и она сменила ник на Ютубе на хомяк 3000. Меня убили. Режим трудно, ребята. Танковой, это вообще какая-то жесть. Боже мой, какая толпища. Крутой ник, да вообще крутой.
Ты топ, у тебя меня видосы убили. Крутые. Спасибо, чел играет. Спасибо, мне очень приятно. Да, меня тоже убили. Я предлагал... Да, вот-вот-вот. Последней игрой мы попробуем это дело все. Опробовать. Ребят, спасибо за подписочки и за лайкосики. Вы просто... Вы лучшие. Вы лучшие. Да, это Даша, она просто поменяла ник. Сколько мы стримим? Сейчас, секунду. А, часик. Это мало. А все видели? Они все видели. Они все видели, какая у меня новая фигня крутая. Вот. Стан? М? Потому что не все видели, не все. Стоп, я тут. Ага, все. Ой, я повис. Я, короче, иногда думаю, что вот это зомбик, а это мне выдали... А ты будешь принимать в друзья в Роблоксе? Сейчас я зайду к тебе, во что я предлагал. А я в друзья не принимаю, Гремешка, прости, пожалуйста. Я на этом стриме вообще никого не добавляю в друзья. Если только на другом каком-нибудь, может быть, но это не точно. Вообще, я играю один в Роблокс. Вот. Сегодня только с Викой, и тратить время там на добавление в друзья я ничего не буду. Вот. Просто вы можете попытать удачу и попробовать зайти, если у вас получится. На сервер попасть вместе со мной. В принципе, такое бывает, да. В принципе, такое бывает. Сдохните. Спасибо. Так. Спасибо. Подпишитесь. Кто-то написал? Какой-то там вообще набор букв. Расскажу, что да как. Ну, я попробую сам сначала. А вы типа разные игры стримите? Да, мы стримим разные игры. Мы с Викой играем в танки, мы с Викой играем в Roblox, мы с Викой играем в Minecraft, по-моему, когда-то был, если я не ошибаюсь. Не, по-моему, его не было. А, мы хотели, но не смогли. Стрим по танкам будет? По маленьким танкам? Будет, да. Будет. Не, они будут часто. Я же из больших танков пока что отошел и пошел в маленькие. Поэтому, да, пока по ним будут стримы. Дашка, ой, блин. Дашка. Да, мы с Викой стримим разные игры. Мы когда-то хотели еще Майнкрафт. Но... У нас даже все получилось, причем... У нас все даже получилось, но что-то мы это забыли. Фух, что-то мне жарко как стало. Дашка поменяла аву. Да, я уже заметил, Даш. Я уже заметил. Она поменяла, она какого-то хомяка там поставила. Привет, Макар. Да, там Дашка какого-то уже этого хомяка себе влепила. Боже, спасите, сейчас сдохну. А ты где? А я вот этого 3 часа буду убивать. Меня зажали в какой-то угол. Вика. Да. Нет, меня убьют. А
Они все, короче, твои ко мне пошли. Помогай, подмогай. Подмогай, пожалуйста, или я сейчас сдохну нафиг. Все. А у Дашки новый хомяк, ты знала? Нет. Нормально. Мне, она мне пишет, короче, я поставила на аватарку в Ютубе своего нового хомяка. Ты что, даже Вики не сказала? Чел играет, поменяет ник, да? Ты поменяешь ник? А чё она просто бомбит по кому-то? Она просто по мне бомбит. Странно. Нифига там! Чё? А, знаешь, у Даши новый хомяк, это мальчик, и его зовут Шушик. Прикинь, у моей подруги Даши тоже, тоже есть хомяк, который тоже на день рождения подарили, и она его тоже назвала Шушик. Даша, назвали Шушик уже, имя не подходит. Так, Чел топ поменял ник теперь, хорошо. Вика, а на секундочку, она тебе говорила. Она пишет, что она тебе говорила, ей этого хомяка подарили на день рождения. Я просто не могу смотреть в чатик, который там на стриме, поэтому я не понимаю. А, ну да. Мы же играем, у нас тут, смотрите, какое лупилово вообще жесткое. Просто жесткое лупилово. Которая селедочка зашла. Чего селедочка, да? Ну, которая твоя. Я думал, которая из твоих там друзей. Нет! Твоя Даша зашла. А ты только сейчас поняла? Да. Твоя Даша зашла. У Даши был ДР 19 марта. Так вот, поэтому я и сказал то, что эта женщина не заходила к нам на канал там уже миллиард лет. Я думал, ты поймешь. Даша там, которая... Даша, которая из моих друзей, она в начале стрима уходит, заходит и уходит. Всегда. А, да? Да. А вот это она... Она вот только сейчас пришла. Я сейчас гляну подписочки. Ой, спасибо за подписочки. Нифига себе, вы молодцы. 11 лайков прожали и подписки жмете до сих пор. Спасибо. Самый лучший стрим вообще. Давай, вообще. Детка, ты мой кайф. Ты мой кайф. Ты мой кайф. Пугался, вы чё? Данил Никонов. Что? Привет. Классно играешь. Поменял ник на МР подчеркивание Даней один. Вы забили, что ли? Вы обалдели. Разве можно так пугать человека? Мне задонатили 100 рублей. Вы чё? Спасибо, Даниил. Даниил, спасибо тебе огромное, просто спасибо огромное, Даниил. Ты поменял ник, я понял. Я испугался, вы чё? Она заорала на всю квартиру, эта музыка. Да, вообще, даже я слышала. Спасибо, Даниил, спасибо огромное за донатик. Спасибо огромное. Я что-то уже даже забыл, что ты там не писал. Сейчас я гляну. Сейчас. Ой, Дашка там офигел. Сейчас я гляну, что ты мне написал. Я уж что-то это аж офигел. Сейчас. Сейчас я попробую. Я не помню, правда, тут как смотреть. Вот выплат. А, нет, это не то. Сейчас гляну. Спасибо, Даш, спасибо.
Твои голоса. Я вообще офигел. Я вообще офигел. Вот. Кстати, мне мама купила карточку на Валберисе, ну, заказала, на 200 робуксов. Вот, Даш, кстати, Вики купили карточку на 200 робуксов. Фух. Так. Я наконец-таки добьюсь того, чего хотела несколько лет назад. Привет, Даниил пишет: привет, классно играешь, спасибо. И поменял ник он на там мистера вот этого Даниил, мистер Даниил. Господи, да я вообще офигел просто, это вообще жесть, какой я испугался, я спокойненько играю, смеюсь, болтаю, и тут просто начинает орать музыка, и я вообще тут от стула упал. Кстати, Дашка... А я еще такая, с Мариком-то по связи в Телеграме. В Телеграме мы общаемся. Я еще такая слышу, что-то орёт непонятно, и подумаю, у него там кого-то, чего-то позвонили, боже. Ага. А это тебе там, оказывается, просто задонатили. Да. Ох, ё-ма, какая-то топища. Боже, спасите, сейчас сдохну уже реально. Тебя, Вик, тебя Дашка поздравляет с покупкой. И она там вообще офигела по полной. Запасая. Фух, вроде да я... Вроде я еще буду даже стримить, не знаю. Я вообще офигел. Ой, спасибо за подписку, пожалуйста. Спасибо за подписку, пожалуйста, я сказал. Фух. Ты только пришел, ты вообще знаешь, что тут было? Ты видел? Ты вообще видел? Меня тут это, чуть вообще, я не знаю, не убили. От страха, я чуть не умер. От страха, тут вообще. Фух. У меня скоро будет уже через примерно 200 опыта. Будет 70 уровень. А. Пишут, попробую игру. Найдите... Чё? А, найдите коды 2. Найдите коды 2. Игра такая есть. Ну, попробуем, ребят, посмотрим. Мы еще пока в это играем. У нас тут так вот, вот так. Это реально самый лучший стрим в истории, наверное, моего канала. Да вообще. Что тут просто происходит, я не знаю. Почему такой актив? Вы вообще откуда все взялись? Кстати, купила вот эту карточку, заказала. Сегодня ночью. 3 часа ночи. Я пока изменил тут обстановочку у себя. Слышно. Ну пока фигово, пока фигово, пока фигово. Давай делай, Вик. Нет, еще фигово. Так, нормально? Фигово. Поближе как-то надо вот немножко. А, вот поэтому. Вот поэтому. Попробуй как-то, ну, как-то вот как-то. Я могу отодвинуть калитку немного дальше. Во, вот так сделай. Вот, отлично, вот так хорошо. Вот сейчас слышно. Окей. О, у меня 70 уровень, ура. Ой, ребят, мне жарко что-то стало. Вы вообще вот с этим донатом, это это что-то вообще. Ух, это ужас, это правда, это вообще, вы что творите? Это вообще трэш. Это вообще действительно, меня просто... И меня убили. Пойдем в другую игру, Мош? Да. Ребят, пока что мы играем, смотрите. Ребят, пока что мы играем в свои игры. Так. Сейчас мы идем в... Вик, мы идем сначала в Fashion или... и потом в Uno. Да? Ага. Все, я захожу в Uno. Я даже не знала, как донатить на стрим, пишет Даша. Ну, можно донатить. Там в описании есть две ссылки. И, ну, просто вообще существует два приложения. Есть приложение Donation Alerts, где можно донатить. И есть второе приложение, которое называется... которое называется Donate Pay. И вот, только кому как удобнее. Слушай, тут музыка орёт, мне надо потише как-то сделать. А ты... Блин.
А, вот. А, вот, все. Самый уродливый наряд. О, ну мы так умеем. А ты уже в игре? Да. А я, блин, не смог. Блин, ну ладно. Самый уродливый наряд. Это ужас, ребят, что вы натворили просто. Вы напугали меня. Ну, Даниил конкретно напугал. Спасибо за подписки, 12 лайкосов. Вообще, спасибо за все, спасибо. Спасибо огромное, спасибо. Тоже есть канал, ну вот. У кого-то тоже есть канал. Ребят, надо как-то музыку... потише, что ли. Там что-то у Даши, Вика. Вика, там что-то у Даши, она большими буквами тут пишет, что-то орёт вообще. У нее там что-то случилось. У меня происходят зажжёстки. Я не знаю, что это такое, и мне очень интересно, но я тебе сейчас скажу. Даша тебе пишет, что Кате выпал невилет на телефоне. Жесткий, поздравляю ее. Ну, это типа там в Геншине. А. Там просто опять новые персонажи, типа. Понятно. Это какой-то метр. Самый уродливый наряд, это мы умеем. Это вообще. Это что было? Это что? За какашка ходячая. Да тут просто какой-то чел у него вообще, ник, ой, скин. Сейчас оценивать будем, сейчас будем оценивать. Англия, Лондон. Лондон in the capital. London in the capital of Great Britain. London in the capital of Great Britain. Ой, Дашку там разрывает. Мне говорят, оцените наряд. А, так это же самый красивый наряд. Ребята, я оцениваю в этой игре строго. Это раз, вот поймите, я в этой игре оцениваю строго и честно. То есть, когда-то был такой, например, задание было. Сделайте эрокез. Сделали все не эрокез. Что я должен оценивать? И вот тут. Но это разве самый уродливый наряд? Это, ну, один поставлю. Вот самая первая тетка, она, наоборот, была красивая. Не было... Где уродливый наряд-то? Hello Kitty, ник. Вот. А ты видела банан, да? Какой-то банан. Я троечку влеплю. Влеплю троечку. Два. Ясмин, Джасмин какой-то там. Ну, no. Тоже тройка. Тутор или тутор? Тутор, наверное, или тутор. Ну, не знаю. Спасибо, короче, огромное. Очень приятные слова ты пишешь. Спасибо. Это... Два. Анастасия. Боже мой. Три. Дашка забыла поставить нам лайк. Это что такое? Ладно, она уже поставила. Это ты? Это 5, ребят. Ну согласитесь. Вики пятерку. Сюда можно фотки отправлять? Куда фотки отправлять? В чат? В смысле? Какие фотки? Я не понял. Даша пишет, сюда можно фотки отправлять? Куда отправлять? Какие фотки? Я на первом месте. А потому что... А почему вот эту вот на третье место засунули? Вот это что? Она вообще одна из самых красивых, по-моему. А где ты? У Вики пушка-бомба. А я же ничего не делал.
А, в чат... Нет, Даш, в чат ютубовский нельзя фотки отправлять. Там только смайлики какие-то можно, по-моему. Личные, не личные. Интермиссия. Я, короче, когда-то хотел залезть вот туда, и у меня, в принципе, это получалось. Смотрите, что я творю. Но они поставили прозрачную стену выше. Даша, а что ты хотела отправить? Попробую отправить в Вики WhatsApp, я, может, а потом Вика мне, и я, может, это покажу, это... Ну, я выведу это на экран. Короче, отправь эту фотку Вики на WhatsApp, потом Вика мне, и я ее покажу всем. Кто-то там хотела всем показать. Чё надо-то? Я не вижу, у меня вебка за каникулы. Как круто! Просто, о! Поехали делать такую чумовой инструмент какой-нибудь. Ну вот это вот там. Дрель вообще чумовой инструмент. Сотни дырок просверлит в момент. Так лицо. Лицо. Ставьте лайк, пишет. Дашка знает, что она сейчас сделает, мне уже страшно. Она еще с таким смайликом, это, ну, ну ты поняла, там такой этот дьявол смайлик. Кто-то украл мои волосы. Это... Она мне видео отправила какое-то. Вову, а, видео? Нет, она мне ничего еще не отправила. А. Ты... Ты, женщина, ты какое право имеешь? Ребята, пожалуйста, вот ее, значит, заспамьте в ЛС, в сообщение ее там, это, в чатик ей куда-нибудь, все, хана ей должно я быть. Я не знаю, что я делаю, сос. Ситуация, хелп, ситуация, сос. Фу. Почему одни уроды какие-то тут? Я не знаю. Какая-то, блин, крыса. А волосы надо, цвет волос поменять. По-моему, это... Нет, нифига подобного. Это вот здесь. Нет, это не здесь. Это вот здесь. А, как обычно, цвет не меняется. Ну, понятно, это баг. А, это всегда так. Это всегда так. Это нормально. Что я делаю, конечно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. А, такие какие-то штаны. Это ужас. Вот. А чё? Ну... Но это женское же, нет, вроде? Вам так не кажется? Мне надо что-то вот такое, может. Ну, вполне. Ну, вполне. Ну, вполне. А тут есть короткая юбка? А, вон. А, да, есть там короткая юбка. Где-то должна быть... Дашка зашла через мамин аккаунт. На компе. На компе, на компе. Сейчас я в чат напишу. Ой, я не ту немножко написал. Волосы... Ну, вы поняли. Зачем ты, эта женщина, украла твои волосы? А так это... Да я понимаю, что это Даша. Я понимаю.
Ладно, короче, готово. Я что-то не увидел никаких этих. Ну, точнее, я даже не смотрел что-то. Очки. Уа. Они отвратительны были. Ладно. Зачарованный лес. А он должен на каникулы оценивать как зачарованный лес. Да. Можно было бы какую-нибудь там школу, не знаю. 158 подписчиков. Ребят, я когда начинал стрим, было 154, стало 158. Просто спасибо. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Ну ничего так, однёрочку. Пинк мой медуль, чё? Медуль. Просто скин украла. А это она у тебя украла? Нет, это прошлый. А, я тогда ничего не буду ставить. Hello Kitty. Киченес. Ну, в принципе, да, как будто она купаться собралась. Ну, один. Да, сколько будет идти стрим? Не знаю. Я что-то как-то даже не задумывался. Прикольно. У меня, кстати, шляпа такая же. Я что-то даже не задумывался. Даша пишет, сейчас будет есть кислые полосочки и смотреть стримчик. Ну, долгий будет стрим. А чё нам, куда с Викой торопиться? Мы с Викой играем, расслабляемся. Тем более, что-то это... Стрим, это, по-моему, реально самый лучший стрим в истории канала. Да вообще... Никогда такого прям не было, чтобы пришли все-все-все-все-все. Еще если... Ой, я аж пивнул. Еще если... Еще если, блин, даже Саня придет, вы понимаете, что будет? О, прикольно, прикольно. 5, 5, 5. Это, я не знаю. Это что-то с чем-то. Так. Шикарно, да, так вот поставили нас. Шикарно. Ой, тут какая-то тетка упала и вышла. Это кто-то делает арты. Угу. Да-да-да, их сюда выставляют. Прикольно. Вау, а вот это, ну это, по-моему, в каком-то, я не знаю, в фотошопе, да, наверное. Вы диспайните, блин. Угу. Ну ничего, люди так красиво делают. Угу. Безумные чаепития. Они такие радужные и вкусненькие. И кисленькие вообще на ням-ням, Дашка пишет. Она как, я не знаю, они там, она ест какие-то кислые полоски. Видимо, ну мы их ели когда-то тоже. Они, по-моему, у нас все еще есть. Я просто почему так пригинаюсь, ребят, мне вебка перегораживает вот название. Безумное чаепитие. Что я должен сделать под... Ну, оно безумное. Вот понимаете, я уверен, сейчас люди будут делать красоту, и как я это должен оценивать? Вот понимаете, в чем логика должна быть? Написано безумное, значит, оно должно быть безумное. Значит, мы берем вот такие волосы. Я сделаю чай, кофту, нигра, не знаю. А чё они вот не меняются, волосы-то? Какого фига? Сейчас я тоже буду делать что-то такого. Что-то вот... О, безумное чаепитие. Представление начинается, собственно говоря. Так, что-то похоже на чай, типа, да. Типа, да. Типа, да, типа, да. Ну, чайный пакетик, типа. Господи, чего хотите? Чайного пакетика, да?
фигня получается, если честно. Давайте вот это. А чё она не сочетается-то? Ну тут нет нифига, что я хочу. Что со мной? Не знаю, просто тут какой-то нигер получается. Реально. Тринадцать лайков, ребята, спасибо, спасибо. Спасибо. Алло? Эх. А, кстати, по-моему, когда-то... Дашка пишет негрс у меня. По-моему, когда-то был какой-то... Такой... Типа как... Что-то скинчик, нет? Какая-то шляпа была. С каким-то чайным пакетиком. Теперь 13. Да, уже 13. Оставляем так. Но это безумное. Вот видите, что женщина творит? Она делает красиво. А так должно быть нифига не красиво. Вы можете понять, что оно безумное? Но безумное. Вот. Я начинаю заканчивать делать скинчик. Дашка еще поставила лайк. Уже 14. Это мощно. Это мощно. Фух, я что-то не могу найти. Просто мне нужна какая-то чисто белая... Футболка. Вот мне без разницы, как бы, какая она будет. Мне просто она должна быть белая. Просто белая футболка. Пусть она будет... Пусть она будет даже с каким-нибудь маленьким там рисуночком, но вот не то, что здесь, потому что тут какие-то эти... Ну, там были прям... То в горошек, то не в горошек. Получается, я не знаю. Вот это я, вот это мне нравится, но оно, понимаете, как бы. Я успею до тела добежать. Ну пусть так будет, ладно, все, ладно, ладно. Вода закончилась. Кладбище город Хэллоуина. Как будто бы вон те могилы, это чайные пакетики лежат. Это я. Четверочка. Естественно, это я. Что вопрос? А что вопрос? А это кто? А это кто? Это ты? Нет. Ну все. Что вопрос? Что вопрос? Какой вопрос? Это я. Я уже понял. Боже мой. Я не знаю. Страшно, очень страшно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ты будешь играть в Найди Коды 2. Ну, попробуем под конец стрима, ребят. Зайдем, так, посмотрим, побегаем, да? Ты не боишься за свой компьютер? В каком плане? Я сейчас не могу понять. А почему я должен бояться за свой компьютер? Вот, пожалуйста, объясните мне. Понятно, у меня телефон разряжается. Какая следующая игра? Не знаю. А, Уна, Уна, мы хотим в Уна. О, опять ты на первом месте. Поподробнее, пожалуйста, почему я должен бояться за свой компьютер? Что с ним не так?
А и что было? Ответь да или нет, да мне страшно. Ты меня загнал в какой-то тупик, и я хочу тебя заблокировать. Да ладно, я шучу. Ну, мне страшно. Ты меня просто напугал. Я за свой компьютер. Ну, а как? Ну, в плане чего? Смотря в плане чего. Я не знаю, как мне ответить на это, да или нет. Я так не могу. Я боюсь, что ты сейчас натворишь, во-первых. Вот, мне страшно, что ты сейчас натворишь. А так, как бы... Как я должен за него бояться? Ну, я с ним же ничего не делал. Он спокойно стоит на столе. И все. Нет. Ну, так не боюсь. Он просто стоит на месте. И все. И все. Сумасшедшее лицо. Ну, я не знаю, что ты делаешь. Не знаю, что ты сделаешь. Мне страшно, что ты сделаешь. Ну, смотря в каком плане. У меня есть кот, который может снести его нафиг. Тогда. Ой. А так нет. Что ты заберешь? Компьютер? Мой. Ну, допустим, не боюсь. Давай, ладно. Просто заберу. Он просто заберет компьютер. Ну, подожди. Стоп. Стоять, подожди. Я сейчас... Стоп. Пусть время идет, мне пофиг. Стоять. А, нормально, все, ладно, ничего. Допустим, нет. Ты его украдешь. Не компьютер, а кого? Ты меня украдешь? Ты кого украдешь-то? Да он ничего не украдет, он сказал, заберу. Да, меня, да-да-даш. Да, меня. Я не знаю, что у меня в чате происходит. Дашка тут офигела. Дашка, защищай меня, пожалуйста. Можно я тебя модером сделаю? Защищай. Я просто не знаю, что мне отвечать. Я просто не знаю, как бы, что мне на это отвечать. А что надо, сумасшедшее лицо? Как бы... Просто не знаю, что мне на это отвечать. И... Допустим, я не переживаю за свой компьютер. Допустим. Допустим, да? Допустим. Ну а чё, если в плане того, что как бы что, ну, то есть с ним ничего не случится, он просто стоит вот рядом со мной. А что ты сейчас тут натворишь, блин? Знаете ли? Вот это да. Это конечно. Так, что мне надо? Мне надо прическу. А где такая сумасшедшая прическа? Вот. Топово. Ну, какой-нибудь вот такой. Что не сметь? Что мне не сметь? Помогайте мне, пожалуйста, я не знаю, что на это отвечать. Я не знаю, что мне на это... Да, Вика, все. Я не знаю, что мне на это отвечать, пожалуйста, помогайте, да? Да. Что не смей. Я не знаю, что они делают со мной. Я ничего не могу понять, что там происходит. Все, начался трэш. Что там, блин, в чате происходит? А то я сейчас, блин, сама уже зайду. Зайди, забань всех. Просто Вика модератор, да. Ну, пусть такой. Не забываем. Даша пишет, скоро от меня будет сюрпризик. Я говорю, мне уже страшно, что они... Она не говорит. Мне уже страшно. Что они вообще... Так, я тут. Я не знаю, что они делают вообще.
круто, отвратительно, улетно. Кто-то убрал лайк. Тебе что-то стало плохо слышно. Я знаю. А, вот сейчас более-менее. Вот Даша ко мне зашла. Какая Даша? А, в игру? Нам зашла. Ну, через тебя. Но если она зашла через тебя, то можно. Через меня нельзя. Что-то, я говорю, что-то звук подиспортился. Немножко тебя. А теперь будет нормально. Во, да. А это ты? Это уже была? Нет. Нет? Вот я. Это он есть? Да я тоже так думаю. А это не ты? Нет, не ты. Это я. Да я понял, что ты. У меня там в чате уже другое. А. Беатрис. Разве лицо сумасшедшее? Да. Такой же вопрос. Ну вот и как вот... Я и говорю, как вот это оценивать, когда люди делают лица вообще обычные. Вот. Но я не буду оценивать. Я просто хочу посидеть. Я что-то так устал немножко. Вик, мы с тобой сейчас будем последний этот раунд вот это, и идем в Уна. Против других людей. И мы сейчас с тобой объединимся, да? Там же можно объединиться? Ну, я имею в виду это. Мы с тобой просто скажем, какие у нас карты, и развалим их. А я был вообще? Что я не помню уже. А, я на втором месте. И ты опять на первом. Ага. Я не знаю почему, но я постоянно во всяких таких подобиях игр. Я постоянно на первом месте. Все, ребят, мы идем с Викой в Уна. На смайл? На какой смайл? Так, посмотри на смайл, на какой смайл. Ты меня пугаешь. Ты вообще кто такой? Ты меня пугаешь. Ты начинаешь меня пугать. Ты кто такой? Кто ты такой вообще? Ты вообще кто такой? Ты кто такой вообще? Ты кто такой? Мишка. Я и тоже. Какую чушь он, блин, несет? А ты почему вот эти вот троечки вот эти пишешь? Ребят, вы меня бесите. Я хочу тут позабанить всех нафиг. Не, ну правда, ну а чё за бред, а? Мне не нравится, что вы какую-то фигню пишете. Не, я просто думаю, знаешь что? Вот этот человек, я просто думаю, кто-то из моих друзей, вот и все. Ну, просто мне так кажется. Ну, как бы... Я знаю, Даша. Какая Джера? Это Даша, аккаунт. А где Джера? Никто нигде не писал Джера. В Роблоксе. А. Ага. Я не могу ничего понять. Стоп. Я просто думаю, что это кто-то из моих друзей пишет. Потому, ну, мало ли просто, чё, как бы... Листал YouTube, да нашел меня, и все. В чем проблема? В принципе. А, так мы же выходим уже, Вик. Сейчас, короче, зайду в Уна. Да-да-да. Ну, просто за такой бред можно бан получить, вот и все. И мне будет пофиг, кто ты из моей жизни, и все. Я просто бан дам, да и все.
Даже разбираться не буду. Я могу создать командную игру против ботов. Чё? Командную игру против ботов? Да не, давай с реальными людьми. Вот мы вдвоем против реалок. Найти. Тутор, а ты кто? Ты ник просто поменял, что ли, или что? Это вообще кто такой? Ты кто вообще? Я не могу ничего понять, что у меня в чате плюс. А, Даш, можешь, пожалуйста, посмотреть перевод? А ты можешь вот этого перевод посмотреть? Я просто сейчас не буду время это тратить свое. Чё, играть нажимать? Команда. Команда. Ага. Найти. Там будет идиотик. Кто будет? Идиотик. А. Присоединяйся. Все, вот, значит. Кильки. У меня тут есть кильки. Даш, ну-ка это, пожалуйста. А, так я вижу твои карты, Вик. А я сейчас, да, ставлю? Я что-то поставил. С кем я меняюсь, типа, или что это такое? Нет, кому ты даешь? Карту? Да. Просто не переживай, я просто хочу, чтобы ты посмотрел в окно, за которым много деревьев, пару деревьев. Я смотрю в окно... Там нет вообще деревьев. И вообще нет воды. Я не буду смотреть в окно. Слушай, а если меня нашли? Да я говорю, это мой друг просто какой-то стократ. Ну, из класса, может, кто, я не знаю. Может, это кто вообще из школы знает меня просто. Что тут происходит, боже? Я не буду смотреть, чё. Я вообще просто дам бан, и все. И даже не буду разбираться. И ты пойдешь в жопу. Че мне ставить? Вот эту фигню. А могу с пропасканье. Мы обменялись, Ликуна. Теперь знаю. А, теперь ты за мои карты? Нет, теперь я до вас все свои самые большие много карт. Вот ты левой девки. Кот такой, да, блин, большой Амогус. Амогус. Ой, блин. Пишет человек вот этот вот: свой черный компьютер оставь и просто дождись. Все, ты меня просто вообще. Что происходит в чате? Да, все. Все это. Ты топчик мне пишет. Спасибо огромное, что я топчик. Это не ты случайно? Да, вот я тоже думаю. Сейчас это, знаешь, Даша пишет, сейчас мне прилетит ядерная бомба в окно. Я вот чё, я и просто боюсь, мало ли вообще меня кто вычислит. Ну, то есть я не знаю, кто это. Я говорю, я вообще не знаю, что это за человек. Мало ли просто, это человек из вообще... Мало ли это человек из моей школы, просто который меня знает.
который может даже в моем классе учится, учился, я не знаю, просто человек, как, ну, с которым я знаком. Может, не друг, с которым я общаюсь каждый день, но просто тот, с которым я знаком. Либо просто кто-то вычислил, либо просто какой-то дебил, который вычислил меня. И сейчас у него просто вся информация. Но я не буду разбирать. Я сказал, бесить меня не надо. Я просто кинул в бан и все. И исключил из чата. Будешь писать с другого аккаунта, все, будет то же самое. Ой. Меня, короче, за бездействие выкинули и все нафиг. А чё? Ага. Я не знаю, что это было, правда, ребят, правда. Мне надо балкон закрыть. Ого. Обменялись. Сейчас, секунду, ребят, я балкон закрою. Так, я здесь. Давайте. А, так, это наша последняя игра с Викой, получается, да, Вик? Uh-huh. Это наша с тобой последняя игра, потому что потом мы с тобой будем играть. Там нам предложили... Две или три игры предложили, я их найду, мы просто зайдем, так, посмотрим, побегаем. Может, нам понравится. Вот. И все. Нифига мне понадавали карт. Ну, ты, блин, постоянно разговариваешь, там что-то делаешь, мы тут играем. Да я только подсоединился вообще. А чё, это Дашка где-то, шмара вот эта? Нет? Это не она. Ооо. Это просто у меня криза. Ну вот это вот, почему я не могу ничего ставить? О-о-о, я ничего не понимаю. Вот что-то когда мы с тобой вдвоем играли, как-то было, по-моему, намного все попроще. Потому что это ну, типа такой как мод. А-а-а. Вы сумасшедшие. Кому две карты? Да-да-да. У Дашки скины хомяк с лифчиком. Понял, покушал. И это давай еще. Давай. Да тебе прям модером быть надо. Ну только я сейчас не беру. Модули. О, кушай, женщина, кушай. Кушаем, кушаем, никого не слушаем. Ха. Давай пупсик. Блин. Ну я вас... Сейчас, моя хорошая, сейчас. Я им это... Мне тут хорошие дали карты. Сейчас я им... Дам просраться.
смысле? Какую-то селедку поставили. Это что, 7? Это мне 7? А, нет! А, что это было? А, я с кем-то поменялся? А когда я буду вообще ходить? Можно вопрос? Да. Вы дадите мне походить, нет? Дайте мне уж сходить когда-нибудь. Сейчас она мне, да, плюс 4 там или сколько, плюс 5. Ну, естественно, моя любимая. Моя дорогая, я так и знал. Вот эту селедку сейчас я вам поставлю. Да дайте мне когда-нибудь уже походить. И мне опять плюс 2. Мне просто не дают сходить. А у них тут какие-то обратки. Нон-стопы они ставят какие-то. Ну, я так по приколу. Это мне 7, да? А, нет, это вот тому пацану. О, да блин! Я даже не успеваю ничего походить. Вы чё? Да ёлы папы. Надо мной издеваются. Это просто попка. Ребят. Сейчас тетка выиграет просто чисто. Да-да-да. Ну давайте ей плюс 7 карт. Поняла. Вика, мочи. Поняла, блин, просто поела. Спасибо, Тутор. Тутор. Он тутор, наверное, да? Надо было нон-стоп, да, какой-нибудь поставить. Тут надо самую дорогую. Мне, да? Спасибо. Сейчас мне просто. Плюс 7 мне, да? Ой, обратку. И опять я вообще не могу просто походить. Меня опять завалили обратками, стопами вот этими вот, пропусками, вот это вот все. Селедками какими-то там они. Я не успеваю ничего, пупсика. Даша сейчас придет, хорошо. Угу. Чё, ну? Ничего не понял. Надо было свою карту какую-нибудь там предложить, которая была бы дорогой. Чего? Дайте мне хоть походить, мне вообще не, не это... Наконец-то. На тебе какашку. Я не знаю, что это такое, но что это такое? Это что-то. Типа кто ходит? Mm-hmm. И семь, конечно. Угу. Чем? Вот так, отлично. Ха-ха, покушал, чел? Амогус там какой-то 228, блин. Нон-стоп, нон-стоп. Слушайте, а? А, нормально. Не знаю. А, нет! Буду вот так тыкать, потому что я нифига не понимаю. Жесть. Дали мне поменьше карт. А, спасибо, блин. Мы с тобой чисто обменялись. Да, я уж понял. А, то есть я еще и могу самому себе плюс 2? Что
что-то я нифига не понимаю в этой игре. А мы бесконечно будем вот это вот тыркаться? Отлично. Это происходит жесткие, если честно. Ой. Мне просто карты валят. Боже. Я не успела. Ра-ра-ра-ра-ра. Давайте это вот это. Дальше скучно. Ну, мы, видишь, что мы тут рубимся, у нас тут какое-то месиво. Вот у нас всегда весело. Вот так вот чисто. Все уже подустали, знаешь, все уже сбежали со стримчика. Одна Дашка сидит здесь. Вот молодец. Да-да-да. Ну, так мы долго стримим. Сколько мы стримим? Сейчас скажу. Я так посмотрю тут. 2 часа 2 минуты. Вообще это нормально. Вообще люди даже больше могут стримить, да, в принципе. Зависимо там от памяти еще. Угу. Так-то. Кстати, тут память не зависит. Стримы не сохраняются на компьютер. А, да? Угу. Они только на YouTube-канал сохраняются, а на компьютер нет. Это только видео? Да, это только видео сохраняются на YouTube. А-а-а. Ой, на компьютер. Да-да-да, Даш. Даша пишет то, что тут смотрит один человек, и это она, да, это ты. Было что-то там 13, ой, вообще. Все понабежали, был актив. Тихо. А, и тутор. Только почему-то он, это, не отображается у меня. Ты мне сейчас можешь честно написать, тутор? Тот человек, который мне писал про вот это вот все, вот этот бред, это не ты? Потому что почему-то Дашка сказала, что это ты. Это не ты? Сейчас честно. Ну просто какой-то бред. Какую-то информацию о мне вообще неправдивую. Просто вообще какой-то бред писал, я вообще неправда эта информация была. Это не он был? Ну, может не он. Надеюсь, что не он. Мало ли чё. Не, вот я смотрел канал, там какая-то Годзилла какая-то или чё. Сейчас, ребят, подождите, я чатик временно не буду смотреть. Вот, смотрите. Компания Crazy Gods. Типа вот в описании канала его написано: игры от российских разработчиков Crazy Gods. Вас встретит невероятная графика на мобильных устройствах. Сейчас, секунду. И еще что в нашем наборе. Полно много интересного. Российская компания Crazy Gods. Короче, человек какие-то игры выпускает. Снимает шорты. Ну что за шорты? А, шорты про новые игры. Все понятно, короче. Все, ребят, я посмотрел его канал. Это шорты про новые игры. В общем, человек создает какие-то игры. Я не знаю, кто это. Сейчас я в чатике.
Даш, я знаю, что это там какой-то ник другой был. Ну так мало ли просто со второго аккаунта. Ну пишет, что нет, пишет, что не он. Ну допустим, ладно. Допустим, не ты. Окей. Надеюсь. Какой-то человек просто вообще. Парик, у тебя уже 31 карта. Я не знаю, кто это был у тебя, правда. Я не знаю. Что я дал ему? Я сейчас... Я ему дал, во-первых, исключение из чата, и дал я ему бан. Вот. Исключение из обсуждения и бан. Вот. Короче, вообще трэш. Да, Даш. Я не знаю, что это было. Пишет то, что... Сначала писал то, что волнуешься ли ты за свой компьютер. При чем тут это вообще? Что я должен за него волноваться? В каком... я волнуюсь за свой компьютер, но смотря в каком плане, естественно. Смотря в каком плане. Потом говорит, посмотри в окно, на пару деревьев и... И на это... У меня 41 карта, ребят. Зайди, посмотри в окно на пару деревьев и на гигантскую лужу. Вообще там ничего такого нет у меня. Не знаю, на черный компьютер что-то. У всех почти черный компьютер и чё. Не знаю, что за информация какая-то обо мне. Тебе уже 41 карта. Да я знаю. 45. Даша пишет, может, хакер какой-то. Да, и я вот, знаешь, у меня есть два варианта. Это либо просто какой-то человек, с которым я знаком, придуривается. Ну, то есть он меня знает, да, он знает там мое имя и там, в принципе, даже где я живу, может быть. Я говорю, может, либо какой-то мой друг, или из класса просто кто-то, или, я не знаю, там, с кем я когда-то был знаком. Я не знаю, просто какой-то знакомый мой человек. Общаюсь я с ним или нет, это вообще, ну, то есть, неважно. Либо действительно кто-то это просто всю информацию обо мне узнал. Да, конечно, Вик, у меня будет 42 карты. Я понимаю то, что я... еще мошенник, может. Я понимаю то, что я, конечно, не ходил миллион лет, но, блин... Че ты сделала? Это ты? У тебя 42 карты. Я тебя поздравляю. Я просто... Знаешь, я, может быть... Теперь у этого чела 42 карты. Просто, понимаешь, мне даже не давали ходить. У них то какая-то обратка, то какой-то нон-стоп, то еще что-то. Думаешь, что он хакер? Ты фиг его знает. Просто. Я не знаю, правда, ребят. Ну, ничего страшного. Я говорю, у меня все под контролем. Мне все под контролем. Я вообще ни с кем не раз... Поэтому я и говорю, ребята, что я почему не добавляю никого, во-первых, ни в друзья, ни в каких, ничего, нигде, ни в каких играх. Почему я с вами общаюсь? Вот я с вами общаюсь только через чат. Ютубовский. Хотя знаете что? Я знаю, может быть... Знаете что, ребятки? Знаете что? Ну-ка. В телеграм-канал, ну-ка, я сейчас зайду. Не, все нормально, ну-ка. Все нормально. Поэтому я никогда никого не добавляю, и даже с Ильей не... С Ильей. Нигде не, вообще не играю. Я скоро даже в мир танков вообще всех поудаляю, кроме Вики.
Вот и все. Поэтому я нигде никак ничего не делаю. Никого не добавляю. Это раз. Во-вторых, если что, я просто баню. Либо модератор банит. Это очень легко, что там делать. Нажимаешь просто на ник, и тебе предлагают, что сделать с этим человеком. Заблокировать, либо там исключить из чата на какое-то время. Все. И Илья еще предлагал там встретиться. Я говорю, нет, вы что? Да. Даша в Бравл. Конечно, я бан ему дам. Че, я свои это нервы буду тратить, что ли? Чего? Плюс 19. Спасибо. Ну да, че. Сразу бан, да и все. Ну, знаем потом, кто это был. Посмотрим потом, что. Посмотрим. Вик, тебе интересно в это играть? Скажи честно. А, Вик? Мы с Викой вышли. Мы с Викой вышли. Сейчас, ребят, я звоню по ТГ. У меня оказалось, ТГ сбросился, когда я ТГ смотрел, и мы с Викой вышли. Короче, знаешь, как оказалось, когда я ТГ смотрел, мы вышли. Я спрашивал, тебе интересно в это играть? Нет. Вот я и говорю, пошли отсюда. Пошли. Нам там игры какие-то предлагали, пойдем зайдем. Смотрите, ребят, вот видите, мне кидали запросы дружбы. Я все это отклоняю, ребят. Я все это отклоняю. Просто есть три человека, с которыми я играю, и все. Тут всех этих людей я удаляю. Какую там игру предлагали? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, какую игру предлагали. А фиг знает уже. Ребят, вы не обидитесь. Если что, если кто есть... Там какую-то игру вы предлагали. Какую игру вы предлагали? Может, мы в другую пойдем? Давай, какую? Tower of Hell. Нет? Нет. Нет, мы в нем уже были. Ну, были, 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 были. Я думаю. Супер веселое обе, просто попрыгать можно. Не знаю. Я захожу. О, я на 172-м этапе. Я даже легкий режим включу и буду просто вот так прыгать и все. Просто прыгать, Вик. Просто и все, даже ничего. Bloodball Topchic Games предлагает Bloodball. Ребят, мы уже, наверное, заказы не будем катать. Катать заказы уже, наверное, не будем. Так, просто уже поиграем спокойно и все. Уже конец стрима, будем скоро заканчивать. И все. И все. И буду это выживать. Сейчас, подождите. Ладно, я потом после стрима это все дело сделаю. Я все это сделаю после стрима.
Нам предлагают найдите коды какие-то. Вот, вот, нам предлагали до этого найдите коды. Два. Сейчас, Вик, я попробую. Не, я понимаю, что ты не заказывала, предлагала. Я просто имею в виду то, что до этого нам уже говорили, то есть вот предлагали. Я имею в виду предлагали. До этого в какие игры поиграть. Мы их взяли и все. А сейчас мы уже не будем, потому что мы уже сейчас будем стримы заканчивать. Сейчас просто в какую-то игру такую спокойную. Найдем. Вот, найдите коды 2. Вот. И последняя наша игра будет, и все. А, я вспомнил, что это за игра. Да? Угу. А я что-то первый раз играю. Просто какой-то, когда-то был такой период, когда я прям, не знаю, прям любила такого подобия игр. Что делать? А, ну вот, этапы, да? В Рождество пошли. Так, и чё? Чё тут надо делать? Искать коды? 79. Где ты это нашла? Вот тут. Где? А, во как надо. 79. О, нашел, Вик. 359. На елке, сзади елки. Так. Нашел. 439. Нифига себе. И вот тут я должен искать. Короче, я как понял, их где-то прячут там. Спасибо, Топчик Геймс. Тебе тоже всего хорошего. И приятного просмотра. Сверху. 728. 728. 700. Да-да-да, 728. Сзади елки там нет нигде. На пицце. 14.99. 14.99? Угу. 27.40. 27.40. 27.40. Там что-то Даша офигевает. Нажмите на меня. А, во. Острова. Пошли. Даша будет сейчас открывать мега-копилку какую-то. 36.1. Чё? А. Да-да-да. А, ой. Мифик у Даши какой-то там то ли или чё, ой. На лодке. 884. На Джесси эмоция выпала у нее.
А, вижу, 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 вот на вот тут. 626. Угу. Угу. Вот, 773. Семь, семь, три. Ич, ич, а, вижу. 163. 163. Они могут быть под этими, да-да-да. А, вижу. 96. Сейчас чихну. Ой, сейчас чихну. А вот 572. 572, 572, 572. А, во, наконец-то. 5163. Да, ну 5163, да. 5160. 51. 5163. Вон. 5013. А где, ага, а где водить? А. 5013 50 13. Ну ничего, такая, да, интересная игра, расслабляет. Тутор, тутор, тутор. 93. Ага, спасибо за заказ. Хорошая игра. Блин, тетка, уйди. Ничего так, ничего так. Хорошая игра. Расслабляет так спокойненько под конец стрима как раз-таки поиграть. Пройти несколько уровней, в принципе, спокойно. Да, спокойно. Вот. 50.08. Спасибо, спасибо огромное. Это что такое? Парик. Я тут летаю, блин. Я вижу. Я нашел. 54-34. Сейчас вот в лутках будет где-то. А, вон. 10.86. В воде, наверное. Вот, да. 42.30.
А я сейчас чихну. Ой. 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 Вот это меня это... Там у Даши что-то выпало. Даше выпал какой-то перл. Что? Что такое перл? Какой-то новый персонаж, что ли? А, мы прошли, да? Чисто для нас там может быть много, но вообще там уже столько всего вышло, поэтому сказать нечего. Какой-то перл. Чё, идём? Да, дальше? 2007. 2008. Леон выпал этому Тутору. 513. Тидинь. А чё за звук? Даша потеряла аккаунт, где был Ворон и Спайк. Какой был код? А, нашел. 89.5. 7, 4, 7. 52.8. На потолке, может, что, нет? А, вот. 814. Прям вот тут под этой было. Ой. Это бомба. Это бомба. Что в коробке? Бомба? Никакая это не бомба. Это бомба. Вон, 18.80. Ох, боже мой, тут прям стена вывалилась. Игуды. Угу. И что? Куда тут вообще? А, вон. Где? 81.94. Где? Там. А, вижу. Тут легко. 41.36. Дун. В машине нет. Нобик, ты что хочешь сказать? А, я нашел 8.90.73. Блин, сейчас 90.73. О. Да. А, вон. 92.85. Да. О, все. Ты что? В смысле? Оно что-то у меня не работает. А, 92.85. Пашка.
Все, мы прошли. Пасха. Офигеть, мы уже 3 часа, да, стримим? 3 часа? Нет, мы стримим 2 часа 30 минут. Че, еще пойдем или будем заканчивать стрим? Давай еще последнюю. Давай последнюю, да. Пасха. Пасха, Пасха, Пасха. А мы что, по отдельности? Нет? Угу. А, вот. 505. Отлично. Шесть, два, восемь, это как 228, да? А вон, 37, 37. А вот Вик, 49-20. Со мной воюет сатана. 78-31. Да. Да. А вон 78-33. Да, ну, ё-мо. Нет. 93? Подожди. Тут трехзначное число должно быть. 93-88. 93-88. А. Угу. О. Все, ребят, мы с вами будем заканчивать стримчик. Огромное всем спасибо, кто зашел. Да, ребят. Огромное спасибо, кто зашел. Спасибо, что задонатил Даниил. Ребят, спасибо, что подписывались. Надеюсь, вам понравится на моем канале. Ребят, будем заканчивать. Все, давайте. Моя традиция. В конце стримчика всем говорить спасибо. Так. Тутор или Тутор, ну, спасибо. И Даша, спасибо с двух аккаунтов. Топчик Геймс, спасибо.
Так, Дашка, спасибо. Илья Харт, спасибо. Диего, спасибо. Леди Миллер, спасибо, что зашла. Так, Оксана, спасибо, что зашла. Ребят, там вас много, я уже всех не смогу, наверное, да, прочитать. Да, я всех не вижу, ребят, я не вижу всех, и всех я, к сожалению, не смогу читануть. В общем, всем огромное спасибо, вас сегодня было очень много, и чатик просто не до конца показывается, потому что вас было много. Все, Вик, спасибо, давайте, ребят, всем пока. Пока.